Привет всем. Хочу поделиться с вами своей ракетной печью, которую мы тут со своим кумом попридумывали и встроили ее в старую добрую обычную печь на улице, которую топим обычными отходами от древесины, всякими лучшими. Обычно лучше горит вот эти самыми тонкими. А вот эта джинка моя вот тут готовит всякую там еду с дымком вкусную. Женька, улыбайся, улыбайся. Это вот 2 дня назад мы ее так химичили, пришпандолили, сделали подкоп, встроили, врезали ее туда. Горит супер всякими отходами. Вот тут у нас синьки, тут мы тут готовили. Вот так по бокам. Здесь рядышком по бокам. Вот, короче, как она тут пристроили, мы ее вот так под низ, вот, подкоп сделали, вырезали там. Вот у нее тут есть крылышки, как бы такие ракетные. 10 дырок диаметром 10, расстояние между ними тоже 10. И угольником прикрыли, верхнюю часть тоже прикрыли. И у нее идет только поддув вот, вот как бы снизу. Ну и такую же штуку вот как бы сзади мы такую сварили с двух сторон. Потому что спереди и с правой стороны, да, и достаточно. Получается большое завихрение там. Вот когда она тут горит, она аж выкручивает ее. Заметьте, какой там огонь сильный. И поддувало практически закрыто, если вы видите. Короче, прет очень сильно. А вот эта штука, это мы сделали только для поджига. Чтобы удобно было, чтобы себя нет. Это нижняя, этот здесь стакан, диаметр тут 10 на 12 получается, где-то так. А само вот кормушка, вот это получается 4, швеллер 14. И длину мы сделали длинную, сантиметров 50 с лишним. Это чтобы не морочиться, ставить тут длинные дрова, если при, ну, если будут там всякие отходы длинные, чтобы не морочиться их тут крошить. А вот эта штука где-то на 15 сантиметров, короче, топим всякими. У меня даже сегодня и листьями от виноградника топил. Вот просто вот то, что мы тут подмели. Вот даже и зеленые были. Все горит очень быстро. Вот она внутри. Можно вот так еще приоткрыть, чтобы сильнее. А там вот жаровник маленький. И его вот так можно трухануть пару раз. Это чтобы... Ну, это как бы не особо нужно, но от нечего делать, можно этим заниматься. Это я для того, может быть, кому-то нужно пристроить ее в старую, добрую, ну, старотипную вот такую печку на улице, которую... Прикольно делать еду с дымком. Потому что я такого нигде не находил в интернете. Искал, короче, там у китайцев куча чего видел. Но вот прям вот такое встроенное, вот как у нас тут, не было. Там было из железяк всяких делать, по ферме там, по-крутому. Да, кому сейчас свин? Вот тут еще мангал такой у меня есть. Это, короче, избушка на куриных ножках. Но тут я сделал еще один такой мангалочек, но пока еще не использовали. Сам факт, что вот мало меня жвачкой угостил. Вот оно. Встроили. Длина самой центральной трубы 83 сантиметра, ширина 12 из швеллера. В конце могу добавить, что разница между старой и новой, это только то, что быстро разогревается. Быстро разогревается. Малый отход самой. Производительность большая, то есть очень мало дров идет. И нету дыма.
Вон там труба наверху, вот там маленькая. Вообще дыма никакого практически. Ну, если процентов 10-15, может быть. Все. Всем пока. Забыл добавить, что труба проходит между печкой там внутри. И там вот обычно наверху большой огонь как бы. Теперь мы уже как бы завершили тут еду. Топить уже не буду, потому и огня там уже нету. Это уже как бы так, под конец. Ну а теперь точно пока.